Сегодня наш рассказ о чемпионате Иркутской области по спортивному туризму на горных дистанциях. Но сначала небольшая справка для тех, кто мало знаком с таким видом спорта, как туризм. Главная задача этого вида – спортивное совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. Спортивный туризм исторически сложился в нашей стране еще в первые годы советской власти. Многие из туристов занимаются смежными видами спорта – ориентированием, скалолазанием, альпинизмом, рафтингом, маунтибайком, лыжами, парусным спортом. Да мало ли какое хобби есть у увлеченного человека. Вот, например, горы, которые, если верить классикам бардовской песни, зовут и манят. Не каждый готов стать альпинистом или скалолазом, а навыки прохождения гор туристы должны иметь. Эти люди являются своеобразным резервом для подготовки спасателей в природной среде. Кстати, при сдаче норм ГТО нужно сходить в поход. Есть такое условие. А для этого необходимы навыки и мастерство. Для прохождения дистанции необходимо владеть техникой работы с веревками. То есть этапы заключаются в подъеме, организации страховки на подъеме, траверс склона и спуск. На втором классе спуск с судейской веревкой, они организуют только страховку. А на третьем классе они должны организовать спусковые перила и организовать страховку. Дистанции сложные, рельеф сложный, но ребята справились. Как бы прошли, ну, лучшее время на дистанции второго класса 10 минут, на дистанции третьего класса 15 минут. Ну, это очень хорошее время. Для соревнований организаторы выбрали.